Эта идея возникла случайно. Нам с мужем очень нравилась Италия, мы часто туда ездили. Мы уже давно были знакомы с этой семьей Мэлла, и как-то возникли какие-то симпатии. I know Vladimir and Tatiana for almost 20 years now. Мела, Татьяна Тауровна и вся ее семья это синоним для меня слова традиция. Однажды, когда мы работали в самом начале, в первом своем магазине, у нас случилось просто непредвиденное. Многие думали, что мы скоро закроемся. Как вы уже заметили, легких путей мы не ищем.